Так, всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня решил немножко потестировать Black UEFA 20, а именно игровой процесс. Так, кыш. Игровой процесс, как у нас тут игры будут идти. Многозадачность мы вот сейчас почистили. И зайдем. Первая у нас игрушка будет Need for Speed No Limits. Наверное, вот это, да? NFS No Limits. Я так полагаю, грузиться она будет долго, поэтому придется немножко подождать. Но я, конечно же, это вырежу все. Так, наконец-то загрузилась наша игрушка. Загружалась она очень долго и почему-то очень тихо играет динамик в играх. Наверное, придется крутить в настройках инженерных, скорее всего. Да, ладно. Так, что, коснитесь и удерживайте влево или вправо, чтобы повернуть. Слышь, неплохо ездит. Я думал, вообще тормозить будет. Ага. Нормально. Нифига себе. Не, ну видно, что графика как обычная, но... Блин. Все равно. Я ожидал, что вообще тормозить будет или не запустится вообще. Потяните вверх, внизу. Окей. Потянули вверх. Микро активировалось. Кого-то даже обогнали. Настройки я здесь не выставлял, то есть как игра автоматом поставила, так оно и есть, поэтому вот так вот. Короче, нормально. Играть можно. Ну чё, касатики, посмотрели, как у нас Need for Speed идёт. В принципе, не тормозит, но грузится, блин, долго этот, конечно. Я вам так скажу, этот телефон не для тех, кто не любит ждать. Он не для них. Поэтому хотите быстрее, берите телефон подороже. Ну, самое главное, что игрушка идет. Чё, приступим к следующей игре. Так, где у нас тут клавифы? Клавифы давайте мне. Клавифы, мои клавифы на экранные. Так, вышли. Куда-то картинка пропала. Вот она появилась. Хорошо. Телефон, конечно, сам по себе, в принципе, ну... Видно, что он такой, знаете, ну, сложный. Такое ощущение, как будто грузчик 100-килограммовый мешок цемента на 10-й этаж тянет. Он, конечно, может, но очень тяжело. И здесь вот тоже так прям вот усилие такое, усилие воли требуется телефону, чтобы нормально работать. Это у нас был Need for Speed No Limits. Следующий у нас будет, наверное, асфальт, да? Сейчас запустим асфальт. Ну и придется, конечно же, некоторое время подождать, поэтому я пока просто выключу камеру. Так, а вот с асфальтом у нас, конечно же, проблемы. На вашей карте памяти недостаточно мест для установки игры. Необходимо освободить 352 мегабайта. Поэтому мы сейчас кое-что удалим. Например, Need for Speed мы уже оттестировали, да? И мы его сейчас шандарахнем. Вот так вот. Кыш. А, это мы удалить. А, да, нормально. Окей. Так, удаление No Limits. Сейчас мы еще тут Antutu шандарахнем. Он нам уже не нужен. Мы уже все сделали. Так. И сейчас попробуем снова зайти. Ну, давай быстрее. Как долго удаляет? Удаление произошло, наконец-то. Так, заходим в асфальт. Так. Game Loot. Окей, Game Loot. Что ты нам сейчас скажешь? Есть у нас свободных 350 мегабайт? А вот теперь смотрите разницу. NFS...
В NFS очень тихий звук был, а здесь... Я так предполагаю, это все-таки в настройках игры или может быть из-за оптимизации. Дело точно не скажу. Ну, короче, я пока камеру выключу, это дело загрузится и потом уже нормально протестирую. Так, а вот у нас асфальт запустился наконец-то, и он, конечно, да. Он тормозит жутко. Торможение. Ну, хорош уже, ну, торможение. Давай. Асфальт, конечно, менее оптимизирован, чем NFS. NFS гораздо как-то получше. Право, влево, а я помню. Тут тормоза, настройки минимальные. Короче, как мы видим, жутко тормозило. Ну, в общем, я думаю, если в настройках там еще немножко подшаманить, мы сейчас попробуем, а ну-ка, паузу, если можно будет отсюда это сделать, в настройки. Управление, звуки, дисплей, эффекты уберем на минимум вообще. А, это звук, подожди, ладно, это у нас звук. А где дисплей экшен? Камера близко. Качество очень низкое. А, это у нас на средних настройках. А я хочу очень низкое поставить. Почему не ставится? Это, наверное, надо выходить отсюда, короче, и ставить. Ладно, сейчас пока камеру выключу и попробую сделаю. Короче, вот. Выставил я минимальные настройки. Тормозить стало меньше, но все равно тормоза есть. Да. Но все равно подтормаживает. Короче, NFS куда лучше, чем асфальт. Оптимизация здесь хреновая, минимальные настройки не такие уж они и минимальные, скажем так. Да? Хотя производитель игрушки мог бы сделать все, скажем так, очень-очень хорошо, сделав минимальные настройки совсем нетребовательными. Но, как мы видим, производителю походу пофигу. Ну или разработчику программы, как там, неизвестно. Ладно, не важно. Короче, вот такие вот у нас тормоза. В асфальте игрушка идет очень туго. Вот, поэтому NFS для нас более приемлемый выбор, чем этот. В общем, вот такая у нас игра была. Мы сейчас выходим и переходим к тесту другой игры. Вот так вот у нас идет асфальт. 8-й. Все довольно туго. И с подтормозами. Мы его сейчас удалим, потому что он нам уже не нужен. Тормозит собака даже на минимальных настройках. Негодящая. Негодящая игра для такого телефона. Следующий у нас Guns of Boom, популярный шутер. Я пока камеру выключу, как всегда. Так, ну наконец-то Guns of Boom у нас загрузился. Но я в нем, конечно, не сомневался, потому что он на всех игрушках идет хорошо. Как видим, тормозов-то особо тут и нету. Он себе точно нету вообще. По крайней мере, я их не вижу. Графика, конечно, так себе. Графика. Ну, короче, пойдет, ладно. Так, что у нас дальше? Загрузка. Задание. В бой играть. Да, в бой поехали уже. Перезаряжайтесь, двигайтесь, смотрите. Я понял. Я с этим ознакомлен. А мне не надо повторять. Правда, я уже давно не играл, ну и ладно. Сейчас немножко тут зарубимся. Или нас зарубят. Так, где враг? Где враг? Где же враг? Сейчас сзади меня там как расколбасят, пока буду бежать. Ладно.
Так, 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 так. Ну и куда мы забежали, товарищ? Замочил! Черт подери! Ух ты, какая пушка! Надо брать. А что это? Что это такое? Ё-моё! Да иди ты! Ой! На! На! Меня замочили, короче. Ну, есть немножко подтормозы. Но в целом... в принципе, неплохо играть можно. Guns of Boom и NFS идут очень хорошо, прям на ура. А вот этот самый Асфальт 8, конечно, так себе, тормозит, ужас. Вот. В целом, телефон для своих параметров справляется со своими задачами вполне себе нормально. Так что, такой вот у нас типа игровой обзор был BigWave A20. Вот. Если есть еще какие-то соображения по поводу протестировать какие-то там игрушки, еще что-нибудь сделать, обязательно пишем в комментариях и подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо, пока!